И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон. Как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас FNAF 3, давно у нас не было рубрики «Аниматроники гоняются за нами». Диманчик, поздоровайся. Всем привет. Ну что, Димон, кто будет спамнить, ты или я, или одновременно? Выбирай третий вариант. Вместе. Давай легенько, а то мы сразу жестко начинаем, давай с легеньких начнем. Ну, давай. Так, давай на улице поставим, пусть уже туда идут сюда. Да, давай. Так, ребята, пиццерия очень классная, большая. Ну и будем сейчас убегать. Так как это пиццерия FNAF 3, поставлю сразу спрингтрапов, Димас. Давай, а я Golden Freddy хочу поставить. Три штуки всего, больше не буду. Все, а и лечу вовнутрь. Спрингтрапов. Шесть штук спрингтрапов поставил. Диман, короче, поставил аниматроников снаружи, а лечу вовнутрь. Ага. И теперь они будут заходить, ну и что-то мочить. То есть они сейчас залетят и будут нас всех искать тут и убивать. Да-да-да, надо быть очень внимательным теперь, Димон. Так, давай тихонько тогда. Так-так-так. Они так... дверь умеют открывать? А я не знаю. Сейчас узнаем. Нет, Димас, иди сюда, прикол покажу. Сейчас. Застряли, короче. Но сейчас я им помогу сейчас. О, спринт-трупы. Сейчас ты поможешь, что они нас убьют? Нет. Опа, смотри, смотри, какой. Мужик, ты чё? Может, он с этой части лестницу не умеет знать? В лестнице застрял. Не умеет лазить просто по ней. Ася, на улицу выбегу. О, пошёл, наверное. Смотри, какой мужик дерзкий. Хочет меня убить. Вокруг машины. Хочет. Так. О! Пошла. Нет, жара. А, это просто скример вылез. Давай, за мной, мужик. Так, о, я на улицу. Голден Фредди застрял, странно. Еще один тут застрял. Угу. Вот тут он меня точно не достанет. Ах так! Давайте. О! Видишь, Димон, ты не смог. Ты не смог? Я не смогу, блин! Так, я буду добавлять. Мало. Меня вы тут не достанете, я очень высоко. О, я знаю, кто может везде ходить. Я думаю, 4-5 штук хватит. Ха! Они меня не достанут, я тут залез на вентиляцию. Так, а я буду здесь. Фиолетовые челики пошли. О, пацаны, вы прикольные, кстати, челики, но вы меня не достанете. А че вы не можете заходить? Так, все. Димас, беги лучше. А они не могут достать. О, давай. А! Откуда он взялся? Сзади. Так его не было! Во-во-во. Мочите Димона. Ты ж не можешь зайти, я знаю. Ты завел его сюда! Как? Где ты там заход есть? Какой фурный, где ты там? А, застрял, что ли? О, они уже поднялись даже по лестнице. Может тебе помочь удалить эту кровать? Ой, этот стол. Так. А я дверь удалю, так будет лучше. Че, ты меня не достанешь? Не достанешь, да? О! Закрывайся, дверь! Закрывайся! В шариках застрял челик. Димон, я прищебил фиолетового человека, он не может пройти. Тут тупик, я бы умер. Так, Димончик, может ты мне как-то поможешь? А куда мне выдвинуться? А тут есть задний ход. О, я знаю, что надо сделать. Надо дверь открыть эту. Открыть дверь надо как-то. Она не открывается. Открыть как-то дверь, которая не открывается. Я, короче, удалю ее. Ребята, рискую своей жизнью, ну, я думаю, я выбегу. А, он просто не может пройти. Не в дверях дело. Ну и как выйти? Не знаю. Здравствуйте. Сейчас. Есть у меня идея. Блин. О, я знаю, я кинул вонючую гранату. Держите. Они сейчас ай, блин, вот это умный человек. Ого, меня колбасит. Я танцую диско. Брейк. Вот это Спайдермен рулит. Так. И вот мы видим, что мой трупейшн тут делает. Так. Пусть напишут в комментариях, кого еще можно в следующей серии поспамнить. От кого побегать. Да, так что пишите. Ребята, ну-ка попробуем. Марионетка. Марионетка проходит. Марионетка везде проходит. Я хотел ее в конце, но придется в начале. Да, потому что... Так, они за мной? Они по за мной. По всей пиццерии мы от них не поубегаем, от аниматроников. Только Дима сказал то, что марионетка по пиццерии умеет бегать, зашел в пиццерию. Димон, помоги! Я тебе ничем, Димас, не помогу. Помоги! Не-не-не. Во, вот сюда никто не пройдет. Марионетка застряла. За дверью. А зачем ты удалил дверь? Беги! Я бегу, Дивольчикс. Я тоже. Блин, она сзади? Тоже. А, ее нету. Надо.
Иду себе по пиццерии, никого не трогаю. Маринетка за угла такая, на меня! О, вентиляцию, прикинь, залезла. А вот это так, читерство. Так, Димон, откуда-то она сейчас ко мне опять придет? За это можно и оштрафовать марионетку. Боже ж можешь! Я хотел, блин, я не ожидал, что она меня убьет. Маринетка, мочи его. Не-не-не, не надо. Во, еще одна. Давайте, окружили Димона. Вот засранки, а. Есть, ладно, я ладно. На машине буду стоять. Смотри, тоже. Опа. А! Чуть, а все так, в принципе, не неплохо, да, было. Что? Так, давайте к нему, не за мной. С тобой, с тобой. Марионеток спасу. А меня? Марионеток, значит, спасаешь, а меня нет. Вот так вот, смотри, спасай всех. Димас, нет, не надо, не. Успокойся, успокойся. Да я чуть-чуть, Димон. Смотри, с краешку. Я убегаю. Димас, твоя штука меня подкинула, ты видел? Да. Ой, убилась. Так мы не увидим танцульки. А, зато мы увидим смертельки. Кстати, тут где-то в пиццерии маринетка застряла, аккуратно. Так, ищем ее. Потому что на меня скример на лице. Так, значит, где-то на первом этаже по любасу залипла. Ищи, ищи, ищи. А вот она, Димон. Где? Я пошутил. Понял тебя. Нету никого. Она на первом этаже, скорее всего. А может, где-то на улице залипла? Так, сейчас найдем по любасу. Скорее всего, она где-то на входе. Да, Димас, она на входе, в пиццерии. Так. Она в стене, короче. Иду со всей короче, силы. Полгай и марионетка, они в стене позастревали, короче. Иди сюда. Бегу, бегу. На этот прикольчик. Да вот я на входе, нету. Нет, ты на другой вход иди, на главный. Другой вход иду, главный. Самый главный, с кассой. Который... Самый главный вход. Да, не черный вход. Не черный, понял. Да. Ну, с парадного прям иди. Летал, пришел в тот же самый проход. Сейчас бывает. Вот. А я иду. Манерионеточку мочить. Фиолетового челика. Смотри, скачет. О, смотри, что чудит. Говорит, я брейк не умею лобать. Она там руками что-то вытворяет, да? Это, короче, новый танец марионетки. И челека фиолетового, смотри. Сразу. Бум. Да, его вообще не вас как будто пинком отшибет. Чё-то... О, да я ногу ударю. Ах ты. Некого уже, Димас, некого. А чё вы ссыте ногой биться? На. Бей. Ты, Диман, ему посрочный синяк на жопе оставил. Прикольно, я вон... О, все, я ему в землю стоптал. Диман, сейчас будет апокалипсиса. Сос. Давай-ка устроим такое. Так, а кого взять? Марионеточками? Нет. Жестче. А два марионеток? Давай. Да, давай марионеток. Я думаю, это будет эпик. Они везде проходят. Так, когда будет лагать, я перестану. Я еще и на крышу бомбанул. Давай, все, Димас, погнали. Давай, поехали. Не-не-не, все. Ого, у меня скримеров, Димон! Два на счет три спрыгнем с крыши. Да я уже умер, подожди. Я тебя жду, давай, лети ко мне. Да не-не-не. А, давай. Кто больше проживет внизу, давай, будет по-честному. Да тут марионетки уже на крыше. Давай, раз, так, два, раз, три. А где все? Все. Беги, Димон, беги! Бегу. Димас, это надо бы не хиопить. Давай, надо прыгать и бежать. Это машина вонючая. Кто ж дольше проживет, ребята? Кто дольше прыгает? Диман, покемон кенгуру. Димас, покемон. Нет, не навстречу. А, нет, ты не навстречу. Есть! Я сейчас живу, ребят. Ого, их сзади! Блин, я так испугался. Вот теперь четко все. Все умерли? Да, все. Вот теперь точно все. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!